Дорогие товарищи, здравствуйте. 5 февраля 22 года, около 2 часов дня, Слоновка, Береславский район. Я такого чуда давно не бачив. Нет, не ягнят. Ягнят я вже тут бачив. Овці в якому положенні, гляньте. Шерсть. Вовна так називаємо, вона просто падає. Ой, бідненька, вона якась така больненька. Її, мабуть, відпустили, цю овцю, на свободу. Хочеш, умираєш, хочеш, живеш. Бідненька, ага. А маленький за мамкою. Он недавно родился, наверное, ягненочек вот этот. Бідненька. Ой, ребята, такая жизнь паскудная, а? Ну что я тебе сделаю? А ну чем я тебе помогу, а? Ничем не помогу я тебе, а? Ай, бляха-муха, ужас. У нас сейчас снежок лежит по балочкам, бачите, да? Холодновато так, зараза, я даже капюшон надел. Ладно, коротенькое видео вам сделаю. Будьте здоровы!